Ваша команда по праву является одним из фаворитов турниров, может быть, основным фаворитом. И после второго тура вы гарантировали себе выход в плей-офф. Но скажите, есть ли какая-нибудь команда, которая может помешать вам на пути к победе? Да, любая команда. Ну, никого со счетов не скидываем. Понятно, что есть несколько лидеров. Там это Барсы, РГГМУ, Тряпка, наверное. А, ну, остальных команд я, в принципе, так не знаю. Ну, я говорю, уже было такое, да, в прошлый раз мы играли, когда закрытый куб, ну, под, в динамите кубок был. Две команды развеяли слух о том, что мы непобедимы, соответственно, все можно, наверное, и здесь. Но мы настраиваться будем просто на каждую игру, как на последнюю, у нас другого выбора нет. Хотелось бы спросить про, наверное, лидера вашей команды. 8 из 10 мячей в этом матче забил Степан Сурмила. Вы действительно считаете лидером этого человека в вашей команде? И смогли бы вы достигать таких результатов без этого игрока? Ну, конечно, он лидер. Что говорить, человек на чемпионат России, на Кубок России играет. И довольно неплохо играет там. И забивает кучу, и на город он играет здесь. И, ну, уровень, соответственно, я думаю, всем со стороны виден, да, какой у него. Ну, если бы не было Степана, мы играли как-то без Степана с командами и выигрывали там, поэтому боролись бы так же, ну, что-то другое бы делали, как бы здесь, я думаю, что выход только один, играли бы без Степы, поэтому посмотрим, в следующем туре мы будем играть как раз без Степана, у него там свой этап футбол, ну, как раз в пляжном футболе его не будет, поэтому в следующем туре с Горпастовым мы без Степана будем. Это будет интересный матч. А на следующий матч наверняка придет столько же болельщиков, сколько и на этот. Мы заметили, что у вас на трибунах было довольно-таки много болельщиков, которые кричали «Степан Сурмила» и поддерживали команду. Они ваши постоянные болельщики? Да нет, это так, ну, получилось случайно, как скажем, они подтянулись именно столько количества. Обычно ходят, ну, там, человек 5-10, да, которые постоянно на все турниры приезжают. А по следующему туру, скажу так, у нас выпуск 17-го, 4 человек, в том числе у меня. Поэтому мы лейтенантские погоны получаем, соответственно, в каком состоянии мы 18-го будем просить игру на 18-е на вечер, а там уж сколько соберемся, ну, все, естественно, постараемся приехать даже после выпуска. Это будет очень интересный матч, хорошего вам выпуска, спасибо большое.